В этом видео мы поиграем за разных аниме-персонажей в Roblox и посражаемся с титанами. Ну а перед просмотром не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы начинаем. Ну что, дорогие друзья, плюс ультра, что ли? Пойдем поиграем сегодня аниме-файтинги, посмотрим вообще, что они из себя представляют. Я сюда зашел, посмотрел, здесь есть разные персонажи, выбрал себе, конечно же, Мидорию, но здесь у нас есть магазин. Еще целая куча разных персонажей. И еще я себе здесь выбил вот такого Флуфи. У нас будет резидовые, по всей видимости. Но пока что мы пойдем за Мидорию, попробуем посражаться. Давайте создаем мы, конечно же, первый уровень. Здесь мы можем выбить разных персонажей каких-нибудь. Итак, давайте выбираем режим легкий и стартуем. Стартуем. Я, кстати, уже третий уровень, оказывается, даже и не заметил. Оказываемся мы в мире титанов. Будем сражаться против титанов за Мидорию. Вот это у нас, конечно, интересное решение. Кто же кого победит? И, ребята, если вам понравится такой режим, такое видео, то мы почаще, возможно, будем играть в подобные игрули, связанные с аниме. Все зависит от тебя и от твоих лайков. Давайте наберем здесь целую кучу лайков, и тогда мы продолжим проходить здесь. Может быть, даже выбьем каких-нибудь крутых героев. Итак, погнали. Собираем здесь целую армию титанов, чтобы расправиться с ними в одно движение. Итак, бэм! О, они выжили. Ну, я тоже выжил, но у меня 14 здоровья. И здесь нас ожидает бронированный титан, который будет на нас сейчас дышиться. Он, опа! Испарили меня! Бронированный, конечно, силен. Но все-таки я Мидория, между прочим. На, вот так вот щелчок тебе. Как сейчас закину? Ой-ой-ой, ты быстрый. Надо, наверное, мне тоже дышаться. Вот так. Опа, есть, дыш, сделали. Удар! Вот так вот, ну-ка. А, уклоняемся. Вон, смотрите, врезается здесь в стены. Ба-бах. И щелчок тебе. Пиу. Вот так вот. Ну, таким образом мы его сможем победить. Бам. Можно его еще вот так дамажить, конечно, вот так понемножечку. Но щелбанчик тебе способностями. А, не успел, блин, вообще быстрый, шустрый, обалдеть. На, супер удар мне тебе, бэм-бэм. На, вот так, а, не успеваю, он меня вообще хорошо так проносит. А ну иди сюда. И бэм. Ты где? Куда ты делся? Куда ты делся, негодяй? Я его что, победил? Кажется, что да, и ничего с него не выпало. Очень-очень печально, друзья. Ну ладно, идем дальше. У нас здесь есть еще один босс, с которым можно будет сразиться. Итак, собираем здесь всех титанов. Бам! Есть! Остались у нас здесь ребятушки, и кажется, они отвалились все. Вот так вот. Вот так надо с вами сражаться. Погнали здесь. Здесь я не смогу ничего сделать. Нет, удар, давай, плюс ультра. Есть, 2 хп у меня остается. Даже ничего сделать не смогу, скорее всего. Так что сюда я прокастуюсь и пробегу по новой. Одному еще проходить это не так-то и комфортно, я могу сказать. Вон там еще есть один большутка. И сейчас мы соберем всех этих титанов. Здорово! Погнали! Погнали все сюда, к гигантскому титану. Идем, 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 идем. И давай, бэм! Прокастовываемся и бэм! И давай еще ударчик. Вот так вот, все. И все, все, вынесли. О, разблокирован у меня Гоку. Ничего себе! Ничего себе! А сможем за него поиграть, наверное, даже в следующем матче. Погнали, и вот он нас, колоссальный титан! А! Тихо, тихо, тихо! Нет, он сейчас дышать на меня будет. Ну-ка, не дыши, у тебя изо рта воняет. На, получай. Итак, давай, сейчас мы тебя раздамажим. Вот так вот, суперспособности. У него 1500 здоровья, конечно, это очень много. Ну-ка, на, вот так вот, теперь ударчиком мы тебя раскурочим. Бэм, 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 бэм. Комбо, 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 комбо. На, щелбанчик. На, теперь тебе вот такой ударчик. Опа, на. Бэм, 37 комбо. На, щелбан. Вот так вот.
Не-не-не-не-не-не-не. Мы просто так не сдаемся. Плюс ультра. А, Дэш, все хорошо, живем. Комбо уже из 50. Давай. Дэн-дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Мы его почти победили, друзья. Сейчас мы его развалим. На-на-на. И победа за Мидори. Отличненько. И все равно ничего не дали. Но что-то, может быть, и дали. Не знаю. Ранг S. Ранг S. И что бы оно ни значило, но у меня есть ранг S. Может быть, мне коины какие-то дают за прохождение. Давайте посмотрим. Сейчас меня обратно загрузит. Есть. Квесты у нас какие-то выполняются. Гемы за них дают. Вау. Здорово. И у меня 250 вот этих гемов. Конечно, мало. Чтобы купить кого-то крутого, надо очень много. Можно Наруто взять. И Ичига. Нацу уже дорогой. Обалдеть. А это кто? Это Килуа? Похоже на него. Смотрите, здесь даже из магической битвы есть. Вау, круто. Я бы вот этого вот взял. Или, может быть, вот этого. Забыл, как его зовут. Ну, который одну кату только может использовать. Тодороки. Но они дорогие. Вау, обалдеть. О, ты что, Эрен Ягер? Эрен Ягер. Смотрите, а почему у него меч один причем? Может быть, здесь можно как-то надевать мечи? У меня есть какие-то титаны непонятные, которые добавляют мне атаку. Давайте и надеваем. Вот, о, смотрите, можно кастомизацию делать. Серьезно? Интересно. Давайте мы возьмем Гоку, наверное, да? О. О, у него побольше немножечко. Атака, да? Оба-на! Ки-бласт. Ну-ка, давайте... А, не, я не могу использовать никакие способности сейчас пока что. Хорошо, тогда давайте создаем опять, идем к титанам. И можно, наверное, опять легкий пока что пойдем. Пока пойдем легкий. Все, смотрим, что мы вообще можем в этой игре сделать за Гоку. Можно потом взять Наруто или из Блича. Может он Банкай свой использовать или нет? Посмотрим, посмотрим. Ну-ка, что у меня за способность? О, это суперудары. А это что это? Опа, шарики, понял. О, are you can? А это четверочка. Воу, жесть. Круто, круто, круто. Ну что, идите сюда, бам-бам-бам. Мы вас сейчас всех вынесем вот так вот. Опа, оп, о, еее. Крутяк. Ну-ка, теперь на вас используем мы эти шарики. И как-то эти шарики плохо на вас действует. Надо что-нибудь посерьезнее. Вот это может быть. Давайте на них троечку используем. Бам! Ну-ка, развалили мы их. Кажется, что не очень. Ну, давайте сейчас мы соберем вот этих всех ребят. Идите сюда. И на четверочку способность. Ну-ка, давай супер взрыв! Вон он всех разнес. Это прям как будто мега-супер-гигантский резинган. Ну-ка, сейчас у нас бронированный делает рывок, а мы в него шарики закидываем, которые не очень... Бэм! А! Нет! Очень много урона по мне здесь наносит. Ах ты, засранец. Ну-ка, ну, короче, мне Гоку не особо не нравится. Мидори, по-моему, был покруче. Хотя, может быть, его просто... А! Надо прокачать. А хотя, смотрите, я нормально урон-то ему наношу. Здорово. Ну-ка. Бэм-бэм-бэм. Суперудары давай здесь. Мы тебе... Опа! Воу! Мы его развалили неплохо. Здорово, теперь надо в них вот так вот кинуть. Лови! Бэм! Жесть! Просто размотали здесь всех. О, хорошо идем. Хорошо, так супер удары, серию супер серьезных ударов. Ну-ка, оп, оп, оп. А, то, сзади напали титаны и уничтожили. Не, так дела не пойдут. Надо, короче, собирать всех и на четверочку по ним наносить урон. А здесь где у вас гигантский братюня-то? Где его, нету? Его, кажется, нет, он куда-то подевался. Тогда будем вот так вот вас выносить всех по одному. И четверочку используем мы. Уже потом, давай, шарики полетели. Опа, давай, вот так вот серия серьезных ударов. Бэмч, бэмч, бэмч. Оп, тихо, тихо, тихо. Че так долго откатывается? Давай, удары, бэм. Вот так вот, и у тебя 3 хп. Все, рукой добиваем и идем дальше. Вот. Вот у нас здесь гигантский братишка, гигантский титан. Собираем здесь целую кучу. Дышимся вперед. Собираем армию. Давай.
Ой, погнали. И давай на четверочку. Полетел взрыв. Супер взрыв. Бэм. Оу, как хорошо зачистили. Вот так. Прыжки-то видели, когда мажет? Круто. В прыжке очень круто наносится урон. Ну, теперь идем дальше. Я, кстати, уровень получил, да? Скорее всего. Теперь у нас гигантский титан. На, вот так вот шариками. Ай. Ай-яй, оп, о, все, отошли, давай вот так вот. Оп, бим, выжигаем, супер удары, сейчас мы тебе все продамажим хорошенечко. Вот так вот, и теперь мне спирит бомб надо. Бим, отлично, отлично, ну урон у него, конечно, хороший, давай вот так вот. Опа, и теперь давай на троечку, бим, выжигаем, дышимся, уходим. Ну-ка, в принципе, мне, наверное, даже уходить не надо, я его и так завалю. Опа! Оп! О, мало места осталось мне здесь для выживания, но, в принципе, я и так справляюсь, друзья, без особых проблем. Так что мы его вообще с легкостью за Гоку выносим и проходим это, проходим. Отлично! Это хорошо! Прошли уровень, в принципе, нас даже А. А это что лучше? А лучше или А хуже? Или С лучше? Я не знаю. Может, мне что-нибудь здесь дали интересное? Так, персонажи... О, а, это костюмчики вот это на персонаж, да? На Какаши, например. И что я могу взять? 230 коинов. Хочу я взять... Нацу можно взять. Или вот 3 соточки все-таки накопить. Не знаю. Давайте попробуем Наруто взять. Давайте попробуем все-таки. Интересно, что он из себя представляет. Где у нас Наруто? О, смотрите, мне бронированный титан упал. Это у нас что, питомцы, что ли? Или что это такое? Вот у нас Наруто. Гоку у нас будет посильнее, чем Наруто, конечно. Но интересно посмотреть, что из себя представляет. Это карты какие-то. Карты, которые что-то усиливают. Что они усиливают, непонятно. Ну давай, надеваем вот этого тогда титана. Ну, вроде написано, атака увеличена и здоровье увеличено немножечко. Так что должны, в принципе, хорошо справляться. Давайте попробуем за Наруто побегать. Да-то боё! И создаем игру. Так, а подожди. А, ну-ка, давай вот так вот создаем. Опять легкий выбираем. И стартуем, давайте, стартуем. Пока что легкий. Просто проверяем персонажей. Если что, потом будем прям на харде все это проходить. Получать больше награды. Ну и что? Что у меня есть? У меня есть кунаи, у меня есть теневое клонирование, энергетический... О, шар? Это Розинган же, ты чё? Ну-ка, Розин... А! Он закончился. И что это такое я сделал? Это Розинган Сюрикен я кинул? Воу! Обалдеть! Ну-ка, теневых клонов проверим. Теневые клоны! Бам-бам-бам! Оу! Отлично! Я всех раскидал. Давай, Розинганчик. Создаем Розинган. Бэм! Воу! Крутяк! Сюрикены кидаем. Да прикольно, прикольно! Смотрите, бам-бам! Погнали! Короче, на боссов будем кидать Розинган. Ну-ка, теневые клоны вперед! Бэм! Вау! Сюрикены закидываем. Отлично! Розинганчик. Розинган! Бэм! Вот так вот! Прикольно, интересно, можно здесь трансформироваться в 200-хвостого лиса и победить всех сразу. Ну, оба! И теперь, оп, сюрикены, плюс теневые клоны. Пим. А, я не успел даже теневых клонов использовать. О, бронированный. Ну что, хотел бы я посмотреть на это сражение Наруто против бронированного. Ты что, не агришься-то? А вот, сагрился. Ну что, лови Розинган, сюрикен. Пим. Это было больно, я вижу. На, лови кунай. Кунай ты не поймал. Тогда лови моих клонов. Вот так вот. Теперь обычный Розинганчик. Создаем. Пим. Розинган. Теперь кунай мои лови. На, кунай поймал. Молодец. Теперь клонов лови. И клоны вперед. Есть. Клоны немножечко нанесли урон. Кидаем кунай. Теперь руками немножечко поработаем. Теперь Розинганчик. Пим. Клоны вперед! О! Нет, он попал по мне. Этого допустить нельзя, конечно, нельзя. Не допускаем. На, бим, бим, бим. Оп, оп,
Все, мы его уничтожили, друзья. Теперь идем собираем здесь целую армию титанов. Идите сюда, сюда, сюда. Вы тоже идите. Че вы стоите-то? У меня резинган-то не бесконечный. Бэм! Оу, жесть! Вот так вот. И теперь клонов надо. Ну, конечно, ты не очень-то хороший. Мидори, по-моему, лучше справлялся с этой задачей. Но, наверное, издалека было бы круто резинганом закидывать. Ну-ка посмотрим срабатывание. Кунаев, да, далеко они летят? Ой, вообще не попал. Ну-ка, резинганчик. И вперед! Бим! Бим! Давай, мы тебя тоже сейчас клонами давайте. Размотайте его, клоны. Клоны, конечно, много урона наносят, да. А что? Вот, все, пропустили меня. И вперед! Собираем опять. Собираем, 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 собираем целую кучу. И давай, гигантский мальчик, пошли за мной. Сейчас я подготовлю для вас резинган шурикен. Бим! Теперь обычный резинган. Бим! Клоны давайте вперед. Ох, хорошо размотал я вас, да? Хорошо, хорошо. Понравилось, а вот не понравилось. На. Вот так вот. Все, теперь отправляемся вперед к титану, колоссальному титану. Здоровья мало у меня, правда. Но зато мы с ним должны справиться. Давай. Опа, резинган. Бим! Теперь отходим сюда. Клоны, вперед, кунай. Руками мы тебя вот так вот, ногами. И гигантский резинган сюрикен мы тебе кинем. Так, давай сейчас клоны. Отлично, кунай. Резинган. Ох, шо заходит вообще. Отлично, вот для него, наверное, резинган сюрикен самый смертельный был бы, если по-настоящему смотреть. Опа, и давай, мы тебя разбираем, кунай. О, кунай промахнулся. Ну ничего, бывает с Наруто, всегда такое. И 13 урона, все, мы размотали. Размотали и проходим этот уровень. О, смотрите, мне дали еще какую-то крутую карту. И колоссального аж титана мне дали. Здорово, здорово, здорово. И что ж теперь? Она, наверное, тоже дополнительное мне что-то дает. Какой-то бонус. Скорее всего, да. Давайте посмотрим. И вот она. Оп. Оп, смотрите, здоровье плюс 20. Здоровье плюс 20. Ну, смотрите, у меня 49 здоровья. Теперь вот этого мы снимаем. Снимаем обычного. И теперь вот так вот надеваем. И у меня... Да, это мне бонусы даются. Здорово. О, мой теневой клоун. Привет. А это кто это такой? О, это же этот, Кириты. Или как его там, из Мастера Меча. Ха, прикольно. Прикольно, много разных крутых чуваков есть. О, смотрите, он купил его. Я тоже за него хочу поиграть, посмотреть, что будет. О, Ичига даже. Или это не Ичига? Похоже на Ичига. Там где-то я спрятался в этой куче мале. Ну, короче, вот такая игра. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик. А на этом у меня пока что все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.